И всем снова здравствуйте. Сегодня мы готовим крем белковый заварной с желатином. Для этого мы берем белки яичные 50 грамм и взбиваем. И варим сироп. Для этого мы берем сахар 125 грамм, вода 63 миллилитра. Все взвешено на электронных весах. И замачиваем желатин 7 грамм. В воде. Вот белки мы взбили до такого состояния, что они не выпадают. Это уже значит они взбиты. Желатин ставим на водяную баню. А здесь у нас варится сироп. Сироп мы взбили, около 10 минут взбивали. Сейчас добавляем тонкой струйкой наш желатин, который стоял на водяной бане буквально 30 секунд. Выпекаем бисквит из 4 яиц, 150 грамм сахара и 90 грамм с сахаром. Сейчас добавляем муку и вымешиваем снизу вверх, потихонечку. На подготовленный лист пергаментной бумагой выливаем наше тесто. Духовка у нас уже стоит. Вылили. И немного надо встряхнуть, чтобы оно... Выровняли. Сейчас мы ставим это в духовку, нагретую до 180 градусов на 10-15 минут. Как зарумянится, можно вытаскивать. И вот рулет с белковым кремом готовый. Очень вкусный, аппетитный. Приятного аппетита. Удачи вам. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих близких.